теперь. 2 часа назад позвонила Татьяна Александровна. Вот ее телефон. Значит, получилось так. Я вам сейчас покажу. Ой-ой-ой, где же я покажу? Сейчас соображу. Ага, у меня есть отдельная папочка. Я только начал собирать. Сейчас я покажу. Дело в том, что они сбрасывают цену с сеянцев китайских слив. Тут, видите, по крайней мере, уж никто не скажет, что я хитрец. Какой я хитрец. Вот. Нет, никто. Сливы. Вот, смотрите. Вначале покажу, как это случилось. Вот это вот. Только нет, надо было смотреть с другой стороны. Наверное, вот так. Значит, это и агротехника. У нас один раз сливы не взошли у Сергея. Первый и последний случай. Обычно густо, все. Вот, объяснение этому. Ну, я уже давно знаю, что если все одинаково, схожесть хорошая, все одинаково, и вдруг не сходит, или плохо. Вот, команды с неба, есть такое, есть, и никуда от этого не деться. Команды с неба поступают. Они поступают всем. Вот, небо нами управляет. Это. Но это отдельный разговор. Итак, все было голо, но грядку содержали в чистоте. Видите? 2-й год. Что получилось? Начали всходить. И это еще не все грядки. Это еще не все. Это только здесь, на 3-м участке. А еще 4-й участок. Ну, там еще гуще. Короче, получилось так, что не зная, что взойдут, не взойдут, то есть повторная всхожесть, не зная, взойдут, не взойдут, значит, посадили еще раз, и получилось двойной запас. Куда девать? Вот. Продавал их Сергей дорого, по 700 рублей. Стоили они того или нет? Ну, давайте смотреть. Они могут быть вот такими. Вот. Вот такими. Вот такими. Нет, вот этими. Вот такими. Дерево ломается от урожая. Вот такими. Вот такими. Вот такими. Вот такими. Вот такими. Вот такими. Вот. Ну, а эти фотографии вы уже видели. Вот такие. И вот такие. И вот такие. Смотрите дальше. Это я только начал собирать коллекцию. У меня есть коллекция, где они намного гуще, урожайнее, роскошнее. Но, значит, то, что сейчас он вам предложит, он продавал их по 700 рублей. А почему? В основном их привал. Вот эти, единственное исключение, вот эти. Он их не садил никогда. То есть вот такие красно-розовые, красно-синие, красно-желтые. Вот так назовем. Вот, это все китайки. А это уссурийка. Она чуть выделяется от них. Вот. И вот эти вот, он снизил цену. Продавал по 700 рублей. Много не продавал. Почему? А жалко, он их привет, и тут тот же сувенир Востока, или там, допустим, этюд, или венгерки привет. И вот они уже в 2 раза дороже. Он продавал по 700 рублей, но кто-то брал. Почему? Это будущие селекционеры. Это гарантированный успех, потому что их убить невозможно. Уже не косточкой, а тут готовый саженец. Вот. Ну, в общем, поняли, да? И вот это все он сейчас объявил, что... Она мне объявила, что он сбрасывает цену до 500 рублей. Это если несколько брать. Если там чуть-чуть, то ли больше 3, то ли больше 5, я не запомнил, это уже в телефонном разговоре. Тогда можно еще дешевле, чем, допустим, 450. Ну, в общем, можно торговаться. Почему? Ну, вырос двойной запас. Теперь ему столько не привить. А если привет, столько не продаст. Возможности ограничены, потому что против лома нет приема. Понимаете? Вот. Я имею в виду, против вот этого вот нет приема. Против вот этого. Пока их не отменят, никто у него покупать не будет. Настоящие. Посмотрели. Вот такое я, значит, объявление сделал.